Ким Чен Ын в Китае находится? Мне в Тайвань больше хочется. То, что они едят. Трут на улице, говном кидается. Лимонию, как бы. Сейчас скажу, не хочу про Китай ничего говорить. Я Китай не люблю. У них есть своя земля. И я хочу, чтобы они все уехали с России на свою землю. Знаете о Китае? О Китае знаю, что там все технологии мира, я считаю. Мы Китаем будущее, но они наши братья, мы будем с ними до конца. В Китае популярна очень традиция пить саке, это алкогольный их напиток традиционный. Также там популярны гейши, у которых тоже свои традиции. Они наряжаются в такие красивые платья, они красятся в белое лицо, чтобы отпугивать нечисть. Хорошая, прекрасная страна. Обожают страну. Мы за Путина жопу порвут. Нам вроде бы нельзя, да, больше двух детей иметь, что-то такое, да? Нормально это, как его, техника, ну, то есть там. I know that China is a diverse country, and it's been the first country for the pandemic outbreak. And I know that people are very kind and hospitalarious. Yes. Китай я почти ничего не знаю. У меня есть пару друзей из Китая. Ну и как они? Они хорошие парни. Они отличные. Правда, на русском не говорят. Приходится жестами с ними общаться. Ни хао знаю по-китайски. Привет. Что вы думаете о Китае? Это наши друзья. Довольно развитая страна. Классно. Я бы хотела на самом деле там побывать. Пробовали когда-нибудь китайскую кухню? Ну да. Японскую скорее. Роллы это китайские, я не знаю. Вот чай тибуанин, это китайский чай. Вкусно очень. China is a really distinct country that I would not like to visit, but I know a lot of people who are really like genuine and they're hardworking. So my best friend studies Chinese, so she really likes it. But as a country for residing, I would not definitely. Я думаю, что это очень ответственный народ, но иногда эта ответственность граничит с таким сумасшествием, потому что лично я считаю, что они переборщили с коронавирусными мерами, потому что во всем мире эта эпидемия уже прошла, а там до сих пор закрывают людей на недели и не выпускают никого. Общем, мне кажется, что это их провальное решение. По Китаю я знаю, что там есть такие территории, как Тайвань, Гонконг и Макао. Они считаются что-то наподобие непризнанных государств. Еще один факт, который я знаю о Китае, это что там не особо популярные религии, но их там много, но в Китае самая высокая доля атеизма. Ну и еще из такого я знаю то, что Китай с Индией в сложных отношениях из-за общих территорий в Тибете, где находится самая высокая гора на Эвересте. Китайцы перепутали одну букву в хэштеге Twitter, и по итогу там сейчас за Россию идет. Я знаю, что в Китае есть такой народ, он достаточно большой, они называются уйгуры, они живут высоко в горах, они мусульмане. And the next few years China will be the first country to be ahead. They will overtake США. Опять же, я знаю, столица Пекин, омывается Желтым морем и Китайским морем, да. Такие же люди, как и все, дружелюбные, но разве что ты их вообще не понимаешь, потому что они говорят на другом языке. Китай – прекрасная страна. Почему? Во-первых, потому что там есть классная приправа с арахисом и красным перцем, который мы с Викторией обожаем и ждем ее в Москве. Это во-первых. Во-вторых, мы жили рядом с Китаем в еврейской автономной области. Товары во, фрукты во, дороги, которые вы делаете, просто божественные. А еще очень добрые люди, которые... Вот Владивостоке подходил к мне, спрашивал дорогу, например, как пройти, они там жили. Очень отзывчивые, добрые, не знаю даже, как правильно их описать. Да. Просто очень классный народ. Стесняюсь, обижаюсь, а буду сниматься. Ну, я о Китае слышала, что там люд на улице и говном кидается.
прям в лицо. Ситуация, мой друг выходил за продуктами, мы были в Китае в модельной поездке, и ему прям в лицо кинули говно из окна. И мы после этого больше не посещаем Китай, у нас очень негативное мнение, когда мы видим китайцев на улице, сразу так хочется говно им в лицо скинуть. Назовите три ассоциации, которые приходят на ум при слове Китай. Кунг-фу, ядерное оружие. Ким Чен Ын в Китае находится? Китайский чай. Нет, не чай. Китайский чай. Угу. Как мы его? Что я знаю в Китае? Ребята крутые, в техническом плане очень круто растут. Очень способные ребята. Сам посещал, это было в Китае. И в принципе мне понравилось. Но еда уже ужасная. Я думаю, что это очень контрастная страна. То есть развитые технологии, быстрорастущие города. Основная цель молодежи – это образование, потому что огромнейшая конкуренция. Они все получают образование, учат иностранные языки, учат этику, они более европеизированы, то есть их стандарты, их поведение. Но также даже в городах есть такие подробности, что у них дети гуляют с голыми попками, у них костюмчики, то есть они могут сходить в туалет. Люди могут задирать майки, мужчины вот так ходить со своим животом, потому что им жарко, то есть это в огромном мегаполисе. И это может казаться странным. Вот, поэтому это... Тоже. Да, хотелось добавить еще то, что молодежь сейчас европеизирована, а старое поколение очень достаточно консервативно и очень большой получается конфликт. Да. Большая страна с большим населенным пунктом считается самой развивающей страной, тем более сейчас Россия наладила контакты с Китаем. Вот, и, так сказать, дружба между жвачками. Машины мне нравятся. Хорошие машины. Качественные, надежные. Что вы думаете о Китае? Китай, в моих глазах, это страна, которая очень сильно похожа на Россию. Там ужасный режим, вот. И мне очень интересно посмотреть на их культуру, но как страна она мне не очень нравится из-за своего именно политического строя. Я бы, наоборот, хотела очень сильно попасть в Китай. У меня очень много друзей, одноклассников, которые... поехали учиться в Китай, получать высшее образование. Да, вот, и они, наоборот, супер классно отзываются об этой стране. Мне в Тайвань больше хочется. I know from my country, Indonesia. We have like a fellow relationship with China. Like in Russia, we don't need visas for entries. This is Morocco, but we are from Tunisia. What more? I know this channel. I watched the video about Tunisia already. Oh, that's amazing. Yeah. Thank you so much. То, что они едят рис, похоже на мангу. Очень хорошие люди. Изучают кунг-фу и производят телефоны. Большое производство. Помощь России. Все, что я могу сказать. Богатая культура, богатая история, это цивилизация, которая восхищает меня очень точно и заставляет о многом задуматься, что себя отличается от нас. Китай очень прогрессивная страна, я считаю, и составляет огромную конкуренцию с Соединенными Штатами Америки. Вот. И я считаю, что Китай – это та страна, которой стоит вообще равняться, на самом деле, и в экономическом, и политическом плане. Вот. И очень хороший союзник для нашей страны. Знаешь о Китае? Мне нравится их культура очень сильно, мне нравится их образ жизни и их искусство в мультфильмах, аниме как называемое, оно великолепное. Я просто сижу и ловлю в этом релакс, максимальное расслабление. Я не знаю, как это описать словами, но я очень много трачу времени на культуру Китая, Японии и так далее. Это великолепно. У них лучший образ жизни. Я считаю, что мы должны поддерживаться этому образу жизни. Большая страна, много людей. Remember to subscribe to Gus on the Go.